В Тюменском доме журналистов состоялся мастер-класс «Киножурналистика. Секреты профессии». Алена Сычева, московский киновед и программный директор Тюменского кинофестиваля «0+», познакомила слушателей с основными принципами создания текстов о кино и помогла составить представление о многообразной творческой деятельности, смежной с работой киножурналиста. У вас появился фестиваль, теперь нужно как-то его освещать, да? Но эта проблема стоит остро, да и в Москве тоже. Люди, которые пишут о кино как любители, блогеры, они не умеют писать профессионально, не знают, какие законы существуют, какие форматы отдельных произведений. Поэтому сегодня для журналистов и для студентов, может быть, для школьников я представлю эту профессию. Есть профессия кинокритик, но кинокритик — это такие небожители, очень умные люди, которые всегда в всем сомневаются, которые больше критикуют. А мы говорим о такой ремесле, о профессии. Освещать киномероприятия, писать о кино, делать это грамотно, достойно и с любовью к кинематографистам и к этому искусству прекрасному. В современном кинобизнесе очень не хватает грамотных журналистов, осознающих, что кино – это не только аттракцион, но и высокое искусство. Ведь важно не только понимать, как оно делается, но и уметь донести всю полноту киномира до обывателя. Именно в этом и заключается работа настоящего киножурналиста. Георгий Лайф, Николай Салдаев, Евразион ТВ.